с получки себе такие же купил. И хвастается. Это вообще, что нам теперь с ними делать? На обе руки, что ли, носить? Даш, ты меня слышишь вообще? Что ты говоришь? Слушай, что с тобой? Ничего. Угу, ничего. Послушай, как у тебя этот квартирант появился, ты прям вся изменилась. Настя, в него, кажется, влюбилась. По-настоящему, представляешь? А он что? Не знаю. Иногда так смотрит на меня, что мне кажется, я ему тоже не безразлична. Мы даже мечтаем об одном и том же. И о чем вы мечтаете? О том, чтобы уехать отсюда и жить на море. И что? Прямо вот так бы и уехала с ним? Чужим, почти незнакомым человеком? Уехала бы. И уеду, веришь? А как же тетя Маша? Могила мамы? Я про Толика вообще молчу. Не могу я больше об этом думать. Я просто хочу быть счастливой. А я сразу понял, что ты толковый парень, еще и в электрике разбираешься. Девочки, разрешите вам представить нашего нового сотрудника Валерий. Он будет отвечать за нашу капризную технику. Пойдем, я тебе покажу, где у нас там инструменты, барахло, шмарахло. Если что-то не хватает, закажем. И как раз вовремя появиться. Ну, ты ж понимаешь, что электрик – это так, для начала. А вообще, ты понимаешь, что в любом деле нам нужны крепкие, надежные ребята. Понимаешь? Понимаю. Молодец. Ну вот здесь у нас подсобка, располагайся, будешь мне друг, товарищ и брат. Столько слов сказали мы с тобой, а ты все каешься. Осенью уходишь, а весной возвращаешься. Вновь тебя течение несет к моему берегу. Что любовь со временем пройдет, ой, не верю я. Лишь мое имя ты помнишь вдалеке. Есть любви линия на моей руке, на моей руке. Наизнанку душу выверну, распущу выточки. Жаль, не золотаешь тишину яркой ниточкой. Все, что с нами было вышито на душе крестиком. Не начать нам с чистого листа, долго вместе мы. Лишь мое имя ты помнишь вдалеке. Есть любви линия на моей руке, на моей руке. Валера, собирайся. Поехали, дело есть. А что за дело? Одному хорошему человеку помочь надо. Ну, раз хорошему. Арсен Георгиевич, мне поговорить с вами надо. Давай только в темпе. Мне деньги срочно нужны, я отработаю. А что за срочность? Ну... Просто мне не хотелось бы говорить. Одним словом, очень неприятная ситуация. Ну, ладно, я подумаю. Мандаринку хочешь? Нет, спасибо. Ну, ладно, слушай, собирайся, поехали. Возьми там свои отвертки, шматвертки, там всякое барахло, шмарахло. В общем, человек ждет. Давай.
отвертки. Барахло, шмарахло. Это же полиция. Да, полиция. Полиция тоже люди. Им тоже помогать надо. Ну а ты что сидишь? А тебе-то что? Да разговорчик у меня к тебе имеется. Ну? Чё, ну? Успеется. Вали давай, хозяин ждет. Электрик. Да пошел ты. О, здравствуй, красавица! Здравствуйте, Арсен Георгиевич. О, какие люди! Приветствую! Ну, смотри, мастера тебе привез. Чудо-ани мастер, золотые руки. Так что давай, показывай, где что надо ремонтировать. Ну, спасибо, Арсен, дружил. Очень рад. Валерий. Алексей Петрович. Да. Ну вот, 5 минут, как и обещала. Никто не звонил? Да не, не звонил. Вы эту кошмарную розетку починили? А то я ей даже не пользовалась, боялась, что током шандарахнет. Ну да, все починил нормально. А вот с факсом у вас проблемы. Надо его забрать. Я заберу его, починю. Ну, забирайте, если надо. Так. Спасибо. Спасибо, до свидания. А курточку не дадите? А, конечно. О, спасибо. До свидания, всего хорошего. Ну, как тебе этот парень, Валера? Для дела сгодится? Ну, я же не экстрасенс, вроде нормальный. Денег сегодня спрашивал. Срочность какая-то у него. Хочешь, пробью его по своим каналам? Не, пока не стоит. Потом разберемся. Пусть поработает. Видишь, по крайней мере, сегодня одну эту проблему твою с проводкой решили. Разве это проблема? Вот процент раскрываемости, вот это проблема, да еще какая. Хоть выходи на улицу и прохожих хватай, честное слово. А кто-то, между прочим, обещал подумать об этом. Забыл? Я все помню, дорогой. Ты, главное, не волнуйся. Всему свое время. Будет тебе стрелочник. А может и не один. Не ты ли, Зоенька, за бутылку вина обещалась поговорить с Дашей обо мне? Ну, обещала. Ну и что ж не поговорила? Так вино твое кислым оказалось. До сих пор изжога мучит. Бутылка хорошая, этикетка красивая, а внутри кислятина. Так и Дашенька твоя такая же. Ты думаешь, она святая? Да, хорошая, правильно. Да, Даша хорошая. И что? Ничего. Еще узнаешь свою хорошую. Ну, бабы. Здорово. Не помешаю?
О, здорово, друг. Будешь? Да, не, я водичку. Ну, тогда за встречу. Помнишь, ты мне в бане говорил? Я много о чем говорил. Арсена пощипать. Ну что, десантура? Бой? Или это просто был пустой трек? Да не гони ты волну, подумай, дай. У меня на этого сына гор зуб есть. Помнишь, за брата Петруху с тобой говорил? Ну? А знаешь, за что Арсен Петруху на бабки поставил? Товар он ему подпортил. О как! А что это за портящийся товар такой? Ха! Та водка, короче. Паленая. Она самая. Петруха у Арсена водилой был, эту самую водку возил. Ну и гололед был. Машину занесло, хрест, все в дребезги. Угу. Говорит, вонища такая стояла, хрен знает, из чего он это пойло делает. Слушай, а у тебя что за интерес к Арсену? А мне бабки нужны. Много и быстро. Летчик Пондер, два страна, я хозяин весь страна. Значит, договоримся. Арсен – консерватор. Он деньги с покупателя только наличными берет. И если мы вызнаем, где будет передача денег, тогда мы с тобой, дружище, в деле. Я его с удовольствием за брата пощипаю. А он, кстати, на дело-то сгодится? Кто? Братуха? Да. Конечно, сгодится. Да тихо он... ты, не ори. Просто он слегка в депресняк впал. Да я с ним поговорю. Договорились. Ну, давай. Давай. Пожалуйста. Слышь, красава, ты минут через 15 принеси нам еще 200 грамм водочки. Так. И два салачка. Поняла? Хорошо. Через 15 минут. Поняла. Действуй. Хорошо-то как, а? Давай, выпьем. Помяни мое слово, как приедем, у нас это местное начальство. Обалдеть. Третий раз водку заказывают. Сейчас напьются, под стол попадут и на поезд опоздают. Эти не попадают. Посмотри на них, колом не перешибешь. Ну, а если на поезд опоздают, к себе заберешь. Тебе ж не привыкать. Зой, ну дура ты. А ты у нас слишком умная, как я посмотрю. Давай неси салаты пролетариям, а то еще скандалит. Эй, красава, тебя долго ждать? Поговорим? Давай. Слушай, только давай. На чистоту, как мужик с мужиком. Ты у нас в Даниловске птица залетная. Сегодня здесь, завтра там. Сегодня одна баба, завтра другая. Ты Дашку в покое оставь. Пока ты тут не нарисовался, я к свадьбе готовился. А она готовилась? Подхожу к дому. Открываю дверь. Подхожу к ней. А она, короче, такая. Пожалуйста. А? Ваши салатики. О, давай, давай. Вовремя. Два. Давай, будем. Не понял. Ты, красава! А ну, поди сюда! Да? Слушай, а ты думаешь, вот если люди выпили, можно всякую туфту впаривать? М?
В смысле, не поняла. Не поняла она. Сейчас. На, попробуй. Пей. Нет, вы что, мне нельзя. А нам, значит, можно. Че, лохов нашла? Че, денежек решила на нас заработать? Ты че водку-то разбавляешь? А? Как разбавляю? Я же ее из бутылки наливала. Ой, из бутылки она наливала, а? А ну быстро начальство сюда зови. Давай. Будем разбираться. С каких бутылок ты это пойло нам налила? Давай, давай. Так, а начальства нет, хозяин уехал. Хорошо. Книгу жалоб сюда. Быстро. Хорошо, извините. Я сейчас наведу здесь порядок. Вообще. Слушай, Валера, уезжай отсюда. Я тебя по-хорошему прошу. Может, тебе денег дать на билет? Сколько тебе надо? Ну, че ты торгуешься, а? Даша, она же не вещь. Она сама выберет, кого захочет. Значит, не уедешь? Не, не уеду. Старшие. О, хорошо. Приветствуем. Угу. Толя, ты сегодня можешь быть свободен, а ты мне как раз нужен. Друзья новый телефон подарили. Поможешь разобраться? Да не вопрос. Я с тобой еще не договорил. Ну, да, да я бы вообще бы им не платил бы. Натурой расплачься. Да уж. До свидания. До свидания. Жулье! Александр, давай пойдем. Мы на вашу праву найдем. Девушка. Привет. Привет. Я же всех вас предупреждал, что если такое замечу, сразу увольняю. Ты понимаешь, что ты делаешь. Ты же престиж моего кафе подрываешь. Арсен Георгиевич. Если тебе деньги надо, скачи сколько надо. Арсен Георгиевич, да не виноват я. Я не разбавляла эту водку. Я им из этого графина уже наливала, и было все нормально. Слушай, иди работай. И чтоб это был первый и последний раз. Господи, позор какой. Даша, там твои клиенты ушли. Ну, иду. Городскую администрацию обещали вам. Что случилось, Даша? Что? Они не рассчитались. Стой! Давай. Ну все, успокойся. Присаживайся. Всякое бывает, ну подумаешь, господи. Со мной дай. Такого никогда не было. А я тебе все время говорю, надо следить за клиентами. Хорошо. Нечего быть такой доверчивой. Ну? Что здесь опять случилось? Да вот Дашкины клиенты ушли и не расплатились. Зой. Даша, что с тобой сегодня? В конце концов, возьми себя в руки. Таким образом, ты мое кафе сегодня к вечеру вообще по ветру пустишь. Ты всегда был хороший работник. Всегда была. Так что, хочешь, не хочешь, этот счет из твоей зарплаты вычесть придется.
Арсен Георгиевич, вот. Ну что ж, благородненько. Электрик. Твою мать. А, Петро. Здорово. Здорово. Как же здоров? Да жив пока. А ты что празднуешь? Да я не праздную, Петя, я горе заливаю. Горе? Какое с тобой горе может случиться? У тебя ж проблем-то нет. Верно, Петя, верно. Проблема это у тебя. А у меня? У меня, Петя, личные переживания. Слушай, Петя, компанию составь, а? Не, ты что, я в завязку. Таланты брось, давай. Не, Толян, все, я в завязку, и денег у меня нет. Таланты брось, давай, у меня есть деньги, я плачу. Давай. Ну, да, Петро. Ладно, давай пойдем расскажешь, что там, какие у тебя переживания. Молодец, давай, я тебе расскажу. Что у нас там с хозяином сгоревшей машины? Оперативники вышли на его след, опросили знакомых, родственников, которых удалось выявить. Ну, в данный момент проверяются места, вероятные места, куда подозреваемый мог бы скрыться. Так, понятно. Что по Гладышеву? Товарищ полковник, вот полный отчет о наблюдении за квартирой Гладышева. Там все глухо. Так, может быть, есть смысл снять наблюдение? Рано, товарищ полковник. Гладышев идеальный сын, рано или поздно выйдет на связь с матерью. Сам или через кого-то еще. Мы не имеем права упускать такую возможность. О чем же ты? Ты не нужна ему нисколько, вот ты так. Ты меня с ним тоже не учиться. А я не знаю, что Но ты что думаешь? Спасибо. Петя нищ, да? Шупить денег нету, да? Сегодня нету, а завтра будет. Будет. Откуда они тебя будут? Толик, деньги, они его везде. Их только нужно уметь взять. Это точно. Петя, а где их взять? У Арсена. У Арсена. Петя. Это ты погоди. Как у Арсена? Это ведь ты Арсену должен, а не он тебе. Это тайна. Тут один хмырь нам с брательником дело прижил, понял? Дело? Угу. Что за дело? Серьезное дело. То ли я не понял, ты мне друг или не друг, а? Петя. Толя. О чем разговор? Петро, давай. Знаешь что, давай еще водочки выпьем. Водочки. А давай. Дело, говоришь. Это интересно. Давай. Это руки убери, руки убери, я тебе сказал. Спокойно, успокойся уже. Успокойся, ничего не видишь, я спокойно. Толик выпил сегодня, у него душевные переживания. Ты что, не знаешь, на кого работаешь? Давайте, проваливайте. Да я Арсену скажу, он вашу контору вмиг закроет. Подожди. Да? Быдло! Толик. Подожди. Ты, слышь, по поводу Дашки ты не парься. Ты не парься. Ты купи, если ты, поговори по душам, слышь, и будет все как в кино, правильно? Петя, а я не хочу как в кино. Анатолий. Зой. Да, только я тебя слушаю. Дашка здесь? Мне с ней серьезно поговорить надо. А? Опять к своей Дашеньке святой пришел. Только Толенька не такая она и святая. Святые, небось, водку водой не разбавляют клиентам. Зоя, Зоя, чё ты мелешь, а? Ну чё ты мелешь, а? Мне не веришь. У Арсена спроси, как твоя Дашенька сегодня отличилась. Да ну тебе! Даша,
Даша, вот, это тебе. Толик, не надо. Как не надо? Как не надо? Я пришел тебе делать предложение. Какое предложение? Ты себя вообще видел? Ты пьяный. Иди домой. Даш, а я не хочу домой. Даш, мне там грустно и одиноко. А я тут при чем? Как при чем, Даш? Я тебя замуж зову, а ты не идешь. Нет, да ты ж скажи, если я еще не так делаю. Если сватов надо заслать, я зашлю. Толик, успокойся. А, смотрите, кто пришел. Электрик. Чернозем, все как в кино. А что ты сюда пришел, а? Дашь не свататься? А что без цветов? А? Давай я с тобой поделюсь. На, держи. О! Толик, прекрати этот цирк. Да я еще не начинал. Слушай, Даша, а это вообще ты прекрати. Ты мне скажи, немного ли для тебя-то женихов будет, а? Толик. Как ты с нами, с двоими, с двумя-то справишься? Да ладно, брось ты эти цветы. Ты лучше скажи, Электрик, как Дашка в постели, а? Огонь, огонь! Толик, Толя, Толенька, только тебе не больно. Ну ты урод, а? Толик, вставай. Ну ты урод, у меня ответишь. Успокойся, Толик. Уйди. Это что такое? Вы мне что устроили здесь, тут? Напился пьяный, как свинья. Иди проспись. И чтоб я тебя больше сегодня целый день не видел. А вы свои щуры-муры устраивайте за пределами моего кафе. Настя, кофе мне принеси. Хорошо, Арсен Георгиевич. Подожди! Да, Толя! Да что ты привязалась ко мне? Отстань от меня! Не отстану. Стой. Ну, прости, не сдержался. Ну что ты? Ты в очередной раз спас меня. Господи, ты не представляешь, как я устала от этих людей, которые думают только о себе и настаивают все время на своих желаниях. Ну? Человек так устроен. Желать невозможного. Да уж. Я тоже отношусь к их числу. С чего ты это решил? Ну, потому что я тебя... Глупый. Я ж каждый день благодарю этот поезд, на который ты не успел. И я. Если б не он, мы вообще не познакомились. Угу. А ты согласна уехать со мной? Согласна.
Толя? Толя, вставай, на работу пора. Не надо, Зоя. Толя, ты чего? Ну? Зоя, не надо! Толя, мы же вчера… Что вчера? Не надо, значит, не надо! Вот, значит, как. Вчера, когда тебя Дашка отшила, и некому утешить тебя было, так было надо. Успокойся, Зоя, успокойся! Я не хочу я успокаиваться! Сколько можно? Зоя! Ты же со мной ночь провел, и все туда же! Ну что тебе до них, а, Толя? Ну я же у тебя есть, ну забудь ты Дашку, хмыряй ее! Толя! Хмыря, говоришь? Хмыря, говоришь? Зой! Иди отсюда! Иди отсюда! Ну ты даешь! Ой, Настюш, хорошо, что ты здесь. Привет. А ты что так рано? Случилось что? Случилось. Ну, рассказывай. Мне Валера в любви признался. Так это ж хорошо. Ты же этого и хотела. Ну да, хотела. Только я его паспорт нашла. Ну, правильно. Ты же сказала, что документы должны переслать. Вот, видимо, друг и переслал. Да я его спрятанным за картиной нашла. Как за картиной? А зачем он его туда спрятал? Не знаю. Видимо, ему есть что скрывать от меня. Слушай, наверное, у него жена и ребенок есть. По паспорту нету. Ну и что? Сейчас многие живут гражданским браком. А чего ты у него не спросила, зачем он документы там спрятал? Да я хотела спросить, но потом передумала. Если он его от меня спрятал, разве он сказал бы мне правду? Ну да, значит, ему есть что скрывать. Знаешь что, езжай-ка ты в Москву, там ты и поймешь, кто на самом деле твой Валера. А работа? А что работа? Отпросись у Арсена. Соври ему что-нибудь. М? Ой, Арсен Георгиевич, доброе утро. Доброе. Ты что, не выспалась, что ли? Что опять случилось? Арсен Георгиевич, у меня тетя Маша заболела, ей лекарства выписали, ну? А у нас таких тут нет. Ну? А вы не могли бы меня в областной центр на один денечек отпустить? Вдруг они там есть и… Случай. А кто здесь за тебя работать будет? Зойка. Она справится, я потом за нее все отработаю, честное слово. Пожалуйста. Ладно. Езжай, решай там свои проблемы. Спасибо, Арсен Георгиевич. Ни за что. Совсем здесь распустились у меня. Даш, прости меня за вчерашнее. Толик, я за все тебя уже простила. Извини, пожалуйста, мне некогда. Погоди, Даш. Если ты думаешь, что Валера хороший человек, и то, что он тебя достоин, то ты ошибаешься. Толик, я ни о чем не думаю. И очень тебя прошу, оставь, пожалуйста, в покое и меня, и Валеру. Даш! Ну ничего, скоро сама во всем убедишься. Здрасте.
Ай, молодец. Ай, красавчик. Что за пьяный дебош ты тут вчера устроил? Что, у меня работать надоело, да? Простите, Арсен Георгиевич. Такое больше не повторится. Ну, я надеюсь. Иначе разговор будет коротким. Понял? Понял. Ай, какой-то я слишком добрый стал. Всех прощаю. Наверное, старею. Ладно, все, иди. Ну, что еще? Не знаю, может, вам интересно будет. Я вчера встретил Петра Корягина, вашего бывшего водителя. Ну? Так вот он по пьяни взболтнул лишнего. Ну, так сказать, информацией поделился. Что за информация? О работничке вашем новом. И о ваших деньгах. Вот как. Слушай, прикрой эту шторочку, пожалуйста. Даша! Доброе утро. Здрасте. А Даша уже на работе? А куда же ей еще идти? А. Тетя Маш, я хотел бы с вами поговорить. А что? Что-то произошло? Присядите. Ну? Дело в том, что... Ну, мы с Дашей больше, чем друзья. Я... люблю ее. Вот что я тебе скажу, Валера. Я хорошо знаю Дашу. И я вижу, как она к тебе относится. Потому прошу тебя, если ты настроен несерьезно, то пожалей ее и закончи все прямо сейчас. Потом ей будет больнее. Я ее люблю. И все сделаю ради нее. Я хочу, чтобы она была счастлива. Здравствуйте. Добрый день. 11 место. Проходите, пожалуйста. Здорово, юный техник. Здорово, Сергей. Слушай, ну ты и забрался. Дыра этот ваш Даниловск еле нашел. На, зацени. Ну и рожа, а. Ну какая есть. Теперь ты Никаноров Виктор Васильевич, привыкай. Слушай, а ты уверен, что меня с этой ксивой не запалят? Мне все-таки паспортный контроль проходить. Ну, обижаешь. У меня все на высшем уровне. Ты лучше скажи, где эти векселя достал. Не бойся, я никому. Мне так чисто интересно. Ну, в общем, когда из Москвы ехал... Мне интересные попутчики попались. Но один напился и начал лишнее нести. Давай. Мол, едут куда-то завод принимать. Ну, а второй пытался его остановить, а сам к груди кисть прижимал так, будто там миллион. А потом мы подъехали к Даниловску. И один там пирожков захотел. Ну, а второй за ним вдогонку бросился. А кейс забыл. Ну, и я не растерялся. Ты старик отчаянный. Слушай, ну это наверняка бандитские шестерки. Слушай, а мне что, нормальных людей, что ли, грабить? Так они тебя ищут теперь. Да пусть ищут. Да, дела. Слушай, так мы с тобой теперь можем на острова рвануть, как хотели, а? Давай я денег насобираю.
Ну, рвану туда быстро. Там векселя твои эти обналичу и все. За паспорт вычета, остальное тебе передам. Паш, ты меня правильно пойми. Ты мне, конечно, друг. Но я одному другу уже доверился, поручился за его долг, теперь он за границей, а я здесь. Ладно. Хозяин-барин, я как лучше хотел. Ладно, давай рассчитываемся, и я поехал. Слушай, ну ты же знаешь, у меня сейчас денег нет, но я… Давай, выходи. Паша, паспорт? Выходи. Ты меня тоже правильно пойми. М? Я паспорт сделал, а денег нет. Ты сейчас смотаешься, у кого мне тогда деньги искать? Да я тебе отдам деньги. Ты мне извини, старик. Ты мне не доверяешь, почему я должен тебе доверять? А? Нет денег, нет паспорта. Все, давай, мне некогда. Я бы хотела… Входите. Третий этаж. Угу. У нас гости. Здравствуйте. Здравствуйте. А Валера дома? А Валеры сейчас нет. Простите, вы из полиции? Нет, нет, я знакомая Валеры. Меня зовут Даша. Очень приятно. Я Софья Михайловна, мама Валеры. Тоже очень приятно. Он просто меня в гости приглашал. Говорил, буду проездом в Москве. Заходи. Вот я и решил зайти. Да что это я вас на пороге держу? Проходите, Дашенька. Спасибо. Я сама толком ничего не знаю. Он быстро собрался, сказал, что в командировку. А потом, спустя несколько дней, пришли из полиции. Говорили про какое-то ограбление, про убийство полицейского. Но я знаю своего сына. Я не верю, что он мог совершить преступление. Но он не звонит. Телефон отключен. Я не знаю, что делать. Софья Михайловна, вы для начала успокойтесь. Вот. Он сказал, что работает специалистом по архитектурной подсветке. Вы знаете, у него ведь особый талант к технике. Из-за этого таланта в юности он ух как натерпелся. Еще в институте он связался с одной компанией. Вот они и научили его добывать легкие деньги. Потом арестовали всю компанию. Валера получил условно, а через полгода он опять попался. И получил 1,5 года за мошенничество. Вот откуда у него татуировка. Да, оттуда. Я ему говорила, чтобы он от нее избавился. Зачем лишнее напоминание? А он сказал, нет, надо помнить. Я сама во многом виновата, что так случилось. Его отец нас бросил, когда Валере не было и 5 лет. Он рос у моей мамы. Мне тогда казалось, что если ребенок сыт и одет, этого достаточно. Я мало времени ему уделяла, а сама металась в поисках личного счастья. Вот тогда что-то и упустила. Но я точно знаю, я уверена, что мой сын не виноват. Он легкомысленный, что ли, но он не чудовище. Он добрый, чуткий, ранимый человек. Да, я тоже это знаю.
скажите, у Валеры никогда не было семьи. Да как-то пока не случилось. Я ему не раз говорила, что мечтаю о внуках. А он все отшучивается. Говорит, что не встретил еще девушку, ради которой готов пойти на край света. Понятно. Но вы не переживайте так за него. Он же действительно хороший человек, а это значит, что все будет хорошо. Спасибо вам большое. Ну, ладно, мне пора. Спасибо. Даша, передайте ему, что я его очень люблю и жду. И приму любым, что бы ни случилось. Обязательно передам. Берегите себя. Девушка, подождите, пожалуйста. А? Полицейское управление. Кондратьев Василий Михайлович, майор. А вы? Стрельцова Дарья Николаевна. Вот и хорошо, Дарья Николаевна. Мне необходимо с вами поговорить по поводу Валерия Гладышева, к матери которого вы сейчас наведывались. Вот я и зашла. А мама его мне сказала, что он уехал куда-то. Даша, поймите, Гладышев замешан в серьезном преступлении, в результате которого погиб человек. Я сопоставил все факты и с большой долей уверенности могу сказать, что Валерий никого не убивал, но только он сейчас может помочь найти настоящих убийц. Я вас прекрасно понимаю. Но я действительно не знаю, где сейчас Валера. Жаль. Очень жаль. Но все-таки, если вдруг он объявится, сообщите мне об этом немедленно. Пожалуйста. Конечно. Всего хорошего. Мужчина, а не подскажете у вас тут... Наехали. Хороший город Даниловск. Люди тут общительные. Слушай, какого хрена мы вообще сюда приперлись? Ты думаешь, этот урод будет сидеть и тебя дожидаться? А где нам его еще дожидаться? Может, какие-нибудь предположения имеются? Вот. Вообще, это ты во всем виноват. А что это я? Кто этого муфлона к нам в купе приволок? Кто с ним водку пил? Я, что ли? Кто в этом гребаном Даниловске на станцию за пирожками попёрся? Домашнего ему захотелось. Чего ты? Маму вспомнил. Знаешь, какие она пирожки печет? Ты лучше бабушку вспомни. Если мы этого муфлона не найдем, ты с ней скоро встретишься. Иваныч нас в цемент закатает. Ну не закатал же. Это пока не закатал. Ладно. Что делать будем? Что-что? Искать. У тебя деньги остались? Последние. Давай. Подожди. Да стой. За мной, Мартынов, за мной. Сейчас что-нибудь придумаем. Пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте. Присаживайтесь. Ну, не знаю. Может, салатик купить? Что будем заказывать, молодые люди? Чаю. Ага, чаю. И 100 грамм водочки. Девушка, не слушайте его. Он уже выпил водочки, когда не надо было. И теперь совершает гастроль по городам и весям, может быть, даже прощальную. Да ладно тебе. Что, смотрите, влюбились, что ли? Ага. А если ты мне поможешь, я тебя и на свидание приглашу.
Очень надо. Спасибо. Красавица. Мы тут человека одного ищем. Парень такой, невысокий, с кейсом. А зовут его как? Нам бы самим знать. Может быть, какие-то особые приметы имеются? Ну, я же говорю, кейс у него. Наколка у него была на запястье. А? В виде браслет. Что? Я трезвый был, в отличие от некоторых. Вот и запомнил. Нет, не знаю такого. С вас 130 рублей. Пожалуйста. Спасибо. Я отдам. Но у меня же время-то еще есть. Вы что, значит, твое время? Вот Арсен. А брата не нашли. Теряет, наверное. А мне этого достаточно. Петя. Здравствуй, дорогой. Арсен Георгиевич, я отдам. Все деньги отдам. Я же сказал, верну. У меня просто сейчас нет. Ну, сейчас просто нет. Сейчас нету. А когда будет? Когда вы... С моим электриком меня грабанете? С каким электриком? Кого грабанете? Не, ну что вы? Да я Петя. Мог бы тебя сразу в землю закопать. Еще тогда, когда ты целую машину водки угробил. Целую машину. Ну сам посуди. Ну зачем мне лишний свидетель? А я тебе пожалел. Так что давай, Петя, рассказывай о делах своих преступных. Да нету никаких дел, правда, никаких дел нету. Не хочешь говорить? Не надо. Арсен! 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 Ну подожди, Арсен! Я весь внимание. Наружку с дома Гладышева можно снимать. Следы его ведут в Даниловск. Там его и будем искать. Да, ты сделал запрос в Даниловский РОВД? Чайку будешь? Нет, не хочу. Боюсь, нам местное ОВД не поможет. Это почему? У них раскрываемость на нуле. К тому же там орудует некий субъект Арсен Измаилов. Ага. Так вот, по нему уже давно тюрьма плачет. А местные органы ОВД закрыли, если бы хотели. Городок-то маленький, все про всех знают. Так что не все там так чисто. Ясно. Насчет Даниловска. Поеду я, возьму с собой ребят. Там на месте разберемся. Ты остаешься на связи. Слушаюсь. И продолжайте поиск водителя сгоревшей машины. Чутье мне подсказывает. Мы выходим на финишную прямую. Понял. Так, где это у нас? В общем, вот такие дела. Ну что ж ты, Петя, сразу ко мне не пришел, не рассказал. Да я откуда знал? Я думал, несерьезно, так уражится просто, да и все. Ты думал несерьезно? Короче, Петя, ты жить хочешь? Хочу. Я тебе дам еще один шанс. Веди себя так, как будто этого нашего разговора с тобой здесь не было. Делай все, что тебе скажет Валера и твой брат. Договорились? Договорились. Мандаринку хочешь? Спасибо. На!
отпустите его. Ну вот, хотел Зинякин стрелочника. Он у него будет. Как день прошел? Все в порядке? Все в полном порядке, Арсен Георгиевич. Хорошо. Завтра кафе закрываем на спецобслуживание, как вы говорили. Объявление уже повесили. Молодец, Зоя. Следи за порядком. А мне отъехать надо. Угу. Да, кстати, а где Валера? А, в город ушел. Сказал, нужно какие-то железяки купить. Как вернется? Скажи, он мне нужен. Хорошо, Арсен Георгиевич. О, здрасте. На ловца и зверь прибежит. А, Валера, ты говорил когда-то, что хочешь подзаработать. Ну? У меня для тебя есть дело подходящее и непильное. Завтра вечерком, часиков так в 11, ко мне должны приехать купцы за товаром и с наличкой. Твоя задача. Взять у них деньги за товар. А почему я? А своим ребятам это я не могу поручить. Они у меня все такие дуболомы. И сам тоже не могу, понимаешь? У меня завтра как раз вечером у любимой тещи день рождения, сам понимаешь. Ну а Толик тебя подстрахует, согласен? Согласен. В таком случае... Ты получаешь аванс, а когда сделаешь работу, получишь еще столько же. Я поехал. Короче. Деньги сами идут к нам в руки. Нужно просто все грамотно сделать. Кстати, а что насчет оружия? Достали? Так а что его доставать? У меня дробовик есть, от отца остался. Ты б что воздушку взял? Вот граната бы. Ха, не кипиши, пехота. Я тебе гранату не обещаю, но взрыв пакета замастырь в лучшем виде. Я что, зря, что ли, по контракту сапоги топтал? Ха. А ты? Че такой кисло сидишь? Передумал на дело идти? Да куда ж я денусь с подводной лодки? Правильно, братан. Нам отступать некуда. Да и терять тоже нечего. Ага. Кроме жизни. Гляди веселей, брат, прорвемся. Давайте. За тебя. Даш, ну чё ты мне не сказала, что ты в город уезжаешь? Я же волнуюсь, ну. Валер. Что случилось? Я нашла твой паспорт. И? Я была у твоей мамы. Знаю, как ты оказался в Даниловске. Ты не опаздывал ни на какой поезд. И друга Гришу ты тоже выдумал. И что теперь? Не знаю. А почему ты мне сразу правду не сказал? Правду? А ты бы согласилась приютить беглого бандита? Ну, ты же не бандит. Не бандит. Я неудачник.
Я поручился за одного своего друга, а он мне кинул и уехал за границу. А его кредиторы заставили меня выключить сигнализацию, а там засада. Как так произошло, не понимаю до сих пор. Я услышал крики, а затем выстрел. Откуда этот пистолет появился, я даже не знаю. Вали отсюда! Я бросился к раненому, но понял, что уже ничем не могу ему помочь. Ты живой? Эй! Ты живой? А? Слышь! Эй! А потом я увидел камеру на соседнем здании. И теперь у меня был только один выход. Бежать. Бежать из Москвы. Ну, в общем, что было дальше, ты знаешь. Я попал в очень конкретную передрягу. И испугался. Убежал. Я хотел начать новую жизнь. Ты думаешь, мне легко было тебе лгать? Человеку, которому я доверился? Я совершал ошибки в жизни. Я много совершал ошибок. Но на мне нет крови. И никогда не было. Я просто очень хочу быть рядом с тобой. Я тебя очень люблю. Вот и все. Я знаю, что ты не виноват. И следователь тоже знает. Погоди, какой следователь? Кондратьев. Он ведет это дело. Ты была у следователя? Да. Ты ему сказала, где я нахожусь? Нет, не сказала. Я думаю, что ты сам должен поехать в Москву и все ему рассказать. Даш! Поехать в Москву и сесть в тюрьму, причем надолго! Ты чего, доверяешь нашему правосудию? Да на меня там всех собак спустят! Скажут, рецидивистов поедет вообще по полной! Слушай, мы должны сбежать. Давай сбежим. Иногда же мечты сбываются. Ты мне веришь? Ну, конечно, я тебе верю. Но так нельзя. Мы не можем так постоянно бегать. Мы не можем все время скрываться. Хорошо. Я поговорю со следователем. Только позже. Сделаю одно дело и поговорю. Хорошо? Какое дело, Валер? Ну, сейчас не могу тебе сказать. Но, пожалуйста, верь мне. Опа. Валер, пойдем быстрее. Иду, иду. Артемьев, клиент здесь. Да. Нет, брать пока не будем. А куда он теперь денется? А может, он нас еще к своим сообщникам приведет. Да. Ну, давай за ними. Да что с тобой? Нет, ничего, все нормально. Да я вижу, как все нормально. Слушай, иди-ка ты домой, пока еще не порезалась или посуду не перебила. А как же? Сейчас же Арсен с гостями приедет. Ничего, мы с Зоей справимся, иди давай. Валера, у меня к тебе разговор есть. Ну, говори. Я тут вчера кое-что узнала. Важную для тебя информацию.
Ну, раз важное, может, поделишься? Поделюсь. Только ты пообещай сначала, что ты из города уедешь и Дашку с собой заберешь. Ты ведь у нас человек слова. Ну, это я тебе железно обещаю. Тут вчера два типа приходили. Не местные. Про тебя спрашивали. Кто такие? Ну, откуда мне знать? Один заморыш, другой лоб здоровый. Спрашивали про парня с кейсом и татуировкой. Это тебе о чем-нибудь говорит? Говорит. Ты им сказала, где я? Нет. И на том спасибо. Даша, где? Так она домой ушла, не здоровится ей что-то. Все, никуда не убегу. Да отдай сюда. Пускай сначала кейс наш вернет. Ну, где наш кейс? И не вздумай сказать, что у тебя его нет. У меня его нет. А где же он? У Арсена. Кто такой Арсен? Местный авторитет. Слышите? Посмотри, машина подъезжает. Ну, посмотри. Это Арсен. А с ним местный начальник полиции. Вот у него и спросите. Ты что, издеваешься над нами, да? Да я его сейчас. Тихо. Вы что думали, я здесь буду красотами, что ли, любоваться? И вас таких красивых тут ждать? Так, я ничего не понимаю. Как наш кейс у этого Арсена оказался? Ну, объясни Мартынову. Послушайте, все очень просто. Я приехал, а поезд здесь. Поезд за меня сразу же принял Арсен и забрал кейс. Все. Ну, что делать будем? Ну, не с собой же его таскать. Сейчас. Иван Иванович, здравствуйте. Да, это я. Мы нашли его, Иван Иванович. Какой город? Даниловск. Тут один авторитет местный всем заправляет. Арсеном зовут. Вы его знаете? Сами приедете? Хорошо, Иван Иванович. Я понял. Я все понял. Ну смотри, если ты соврал. Все. Отпускай его. Чего? Отпускай. Ну что там? Того. Приплыли мы. Боря. Вот такой у нас расклад, дорогой. А мне сразу, между прочим, этот электрик не понравился. А что ж ты мне это раньше не сказал? Экстрасенс ты мой драгоценный. Блин. Алло, слушаю. Какие векселя? Какие документы? За завод? Слушай, на кой мне черт твой завод нужен? Какой Иван Иванович? Слушай, дорогой, а ты сам понимаешь, с кем ты сейчас говоришь? Вообще бардак. Звонят и предъявляют за какой-то завод. Слушай, я что, на металлурга похож? На металлурга ты точно не похож. Скорее на водочного магната. Давай. Ну, давай. Ну, так что мы будем делать с этим Валерой? Да в распыл его пустим. В распыл? На отделе его возьмешь, тепленьким, вместе с деньгами, и сразу вали. При попытке к бегству. Как же валить?
А кого ж я тогда посажу? Мне ж посадить кого-то надо для раскрываемости. Я говорю, электрика, вали. А для своей раскрываемости, шмакриваемости, дружков его возьмешь. Хочешь, я тебе этого придурка Толика дам? Не жалко? Хочу. Мало того, что дурак, так он еще последнее время бухать начал. Надоел уже, честное слово. Ну, и? На дело. Возьмешь двух своих парней. Ха, а двух ребят хватит, чтобы их повязать? Кого там вязать, дорогой? Двух деревенских идиотов с дробовиком? Я тебя умоляю, не смеши меня. Давай лучше выпьем. Давай. О, а ты чего вернулся? Ты же домой уходила. Сумку забыла. Даша, что случилось? Зой, Зой, они на сегодня дело какое-то задумали. Валеру убить хотят. А еще Арсен что-то про Толика говорил, что его тоже не жалко. Зойка, подойди к нам. Даш, ну? Валера! Я ведь дом обыскал. Ты что плачешь? Что случилось? Валер, пожалуйста, не ходи к Арсену сегодня, а я тебя умоляю. Почему? Тебя там убьют. Ну почему ты думаешь, что Арсен хочет меня убить? Потому что я слышала их разговор с Зинякиным. Они говорили о деле, в котором ты должен участвовать. Я тебя очень прошу, я умоляю тебя, откажись от этого дела. А это безумие какое-то. Дашенька, это безумие, но оно закончится. Я все продумал. Я сделаю все аккуратно, и никто не пострадает, я тебе обещаю, это мое последнее дело. Конечно, последнее, потому что они убьют там тебя. Тебе бежать надо. Я больше никуда не побегу. Все, набегался. Хватит. Ты Арсена не знаешь. Тебе на себя плевать. А ты о маме подумал? Как она без тебя будет, а? А я? Ты обо мне хоть раз подумал? Послушай, я тебе думаю с того момента, как только тебя увидел. Ты перевернула мою жизнь. Я теперь понимаю, ради чего я вообще живу. И делаю это ради тебя. Ради нас с тобой. О, Валера, а я его ищу, а он тут милуется. Пойдем, обсудим наше дело. Идем. Пойдемте, пойдемте. Алло, Василий Михайлович. Здравствуйте, это Даша Стрельцова из Даниловска, помните? Василий Михайлович, мне очень нужно с вами поговорить. Что, прямо сейчас? А вы здесь? Ты представляешь? Василий Михайлович, я вас очень прошу, сделайте что-нибудь. Остановите его. Эти люди, они же убьют Валеру. Не знаю. Пусть он лучше в тюрьме будет, но живой. Даша, я прошу вас, успокойтесь. Я обещаю вам, что делаю все, что от меня зависит. Но при одном условии. Он должен сам сдаться. И должен помочь нам взять всех остальных. Вы понимаете? Да, я, конечно, я понимаю. Хорошо. Я попробую поговорить с ним. Только не здесь. Дома поговорите. Не нужно, чтобы Арсен и его люди что-нибудь заподозрили. Хорошо? Ступайте.
Ну надо же. Вроде бы и любит, а взяла и сдала. Поэтому и сдала, что любит. А он замышляет преступление. Опять же, ради нее. Вот это и есть настоящая любовь. А мы с вами, коллеги, можем совершить какой-нибудь серьезный поступок ради кого-то. Тем более, если он противоречит нашим внутренним убеждениям. А? Да. Опа! О, смотри. Да у них тут дружба да любовь. Давай-ка звони нашим. Пусть подключают. ОМОН и СБ. Пора с этим заканчивать. Понимаете, вы если его поставите, вы вообще горя знать не будете. Лампочку крутил и все. Ну, смотрите. Привет. Сегодня вечером будьте готовы, все будет у бани. Мне для Арсена передадут крупную сумму денег. Со мной были два человека. Взрывайте взрыв пакета, ну, под шумок у меня все выхватываете и валите. Встречаемся там же, где договаривались. Деньги делим и разбегаемся. Понятно? Да все ясно, брат. Все. Слушаю. Всех нашли? И ствол? Я понял. До связи. Артем мне звонил. Сказал, что шофера взяли. А вместе с ним и всех остальных подозреваемых накрыли. У одного из них нашли ствол. Тот самый, из которого Семенова оперативника застрелили. Не повезло бандюганам. Ребята их на куски порвут. Пусть порвут. Ага. Даш, ну чего ты опять такая расстроенная, а? Валер, прости меня, пожалуйста. Ты за что? Зачем ты это сделал? Следователь сказал, что если ты сам сдашься, тебя засчитают явку с повинной. Предала? Зачем ты так говоришь? Я не предавала тебя. Я сделала это только ради тебя. Я тебе не верю. Я просто не хочу, чтобы ты рисковал своей жизнью. Я хочу, чтобы ты был жив. Где он? Они там, в комнате. Я это делаю только ради тебя. Все нормально, сынок. Обойдемся без этого. Пошли. Арсен у себя? Уехал буквально 15 минут назад. Ясно. Толик! Чего тебе?
Помоги мне вытащить ящик вина из кладовки. Я не могу, тороплюсь. Толик, пожалуйста. Но это же 3 минуты займет. Ну, давай. Угу. Ой, Толя, а можно у тебя телефон попросить? А то мой разрядился. Я только пару слов скажу и сразу отдам. На. Ага. Вот. Эй, Зой! Зой, ты чего? Мне ехать надо? Ничего. Я знаю, куда тебе ехать надо. Поэтому и не выпущу. Тебя там или убьют, или посадят, или еще черти что. Да что, что за бред ты несешь, Зоя? А ну выпусти меня сейчас же! Если я не приеду, Арсен меня убьет. Ты слышишь? Зой, что ты делаешь? Дура! Сам дурак! Что? Неужели ты не понимаешь, что я делаю это ради тебя? Ну перестань, Зой, открой дверь мне, я спрошу. Дверь открой! Зоя! Короче, Толик недоступен. Наверное, соскочит решил, паскудник. Главное, чтобы электрик твой не соскочил. Нет, этот не соскочит. Это Толик трус. Ерунда какая-то. А этот нет. Отчаянный. До конца пойдет. В общем, мы с тобой все обговорили. И ты понял, как надо действовать, да? А если что-то пойдет не так? Но в любой операции есть доля риска. Твое дело продержаться, пока все участники себя не проявят. Ты же понимаешь, что это твой шанс. Да все я понимаю. Давай, с Богом. Нифига, братан, снег повалил, а? Говорила мне мама, надо шапочку куда одеть. Сейчас бошку Луиса и всю занесу. Сань, ну слушай, ну хватит уже бухать, время скоро. Да все нормально будет, не кипишуй ты. Время еще есть. Ну, что я тебе говорил? Здорово. Привет. Здорово. Ты где ходишь ты? Покупатели задались уже. Пошли. Складные и сертификаты на товар. А это деньги. Я взгляну, вы не против? Да ради бога. Может, еще пересчитывать будете? У нас все точно, как в аптеке. Саня! Сань, слышишь? Сань! Сань, пора! Саня! Так, так, так. Вот сейчас что будет, а? Что за пауза? Так. Что-то идет не так. Слышишь, Саня? Вон этот придурок, который у нас кейс пёр. Берем его. Ха-ха-ха.
Миша. А это что, дивизия электрика, что ли? А это что за клоуны? Потом узнаем. А? Готовность номер один. Постой там. Мужики, какие-то проблемы? А ты что, не понял? Не знаешь? А ну-ка быстро скучковались, давай, и не дергаемся. Спокойно. Где ваш Арсен? У меня к нему разговор имеется. Слушай, Зенякин, что делать будем, а? Да говорил же я тебе, что надо больше людей было брать. Поехали, начинаем. Ё-моё! Никому не двигаться, полиция! Руки чё на капот! Такое? Оружие положи! Стоять, а? Полиция! Спокойно всем, замерли! Никому не двигаться! Да спокойно, спокойно, вы чё? Так, все в сборе. Ну да. Наш выход. Парни, пошли. Всем бросить оружие, лечь на землю! Аккуратнее! Визальта, ответите, что делаете? Уйма! Ё-моё! А что, пора? Ложись лучше. Ну, хрена себе. Чёрт. Чёрт знает, что мерещится. Смотри там в него! Спокойно. Стой. Руки. Где документы? Да стою, я стою. Тихо. Все, все. Ноги шире. Шире, тихо, ладно. Ух ты, аккуратно. Итак, дело о попытке хищения имущества со склада оргтехники и убийстве оперуполномоченного Семенова раскрыто. В ходе следствия было также раскрыто дело организованной преступной группировки Арсена Исмаилова в городе Даниловске, которому пособничал начальник местного РОВД Зинякин. Также были найдены неопровержимые доказательства небезызвестного рейдера Ежова Ивана Ивановича. И кроме того, был возвращен пакет, крупный пакет векселей, похищенный из банка в результате мошенничества. Отличная работа. Я смотрю, хватка-то у тебя еще ого-го. Такую историю раскрутили. Сделали, что могли, товарищ полковник. Да и команда у нас, что надо. Молодцы, ребята. Можете быть свободны. Говорят, ты от нас уходишь? Верно говорят, товарищ полковник. Это окончательное решение? Так точно. Жаль. Очень жаль. Но, может быть, есть какие-нибудь просьбы, пожелания? Есть одно пожелание. О досрочном освобождении Гладышева Валерия. Без него мы вряд ли раскрыли бы эти преступления. Че, нормальный парень? Толковый парень, Геннадий Иванович. Ну ладно, как говорится, в таких случаях сделаю все от меня зависящее. Спасибо. Это тебе спасибо. Здравствуйте. Добрый день. Вася? Что ты здесь делаешь? Да вот решил тебя до дома проводить. Разреши. О, у тебя что там, кирпичи? Рефераты, учебные пособия. Все как всегда. Не думал, что знание такая тяжелая ноша. А незнание еще тяжелее. А ты почему не на работе? Закончилась работа. Что так? Я уволился. Правда? То
Только я должен закончить одно дело. Не волнуйся. Оно займет совсем немного времени. Пойдем? Ты знаешь, у меня собралось немного денег. А что если нам махнуть с тобой в Италию? У меня же сейчас сессия. Ну, а почему? Сессия начинает. Ну что, возьмешь? Меня... Ну что, что сессия? Деканат. Возьмешь в отпуск, ничего страшного. Ой, перестань. Поедем в Италию. Там Венеция, там Флоренция. Там собор Святого Петра и Павла. Там красотища просто. Но могу я хоть раз для своей жены сделать что-нибудь достойное? Ну, едем. Привет, Толик. Привет. Как ты вообще? Где ты устроилась? Я, да, в заводской столовой работаю. А ты? А я нянечкой в детском саду устроилась. Заодно и опыта наберусь. А ты, Толик? Я... А он устроился водителем ДСУ. Мы теперь вместе. Угу. Ну, здорово. Даш, Толя, иди хлеба купи, а мы поговорим немного. Угу. Угу. Даша, я у тебя прощения хотела попросить. Это ведь я тогда клиентам водку разбавила. И деньги еще-то забрала. Я просто хотела, чтобы Арсен тебя из кафе выгнал. Да я знаю, Зой. Откуда? Сама догадалась. А почему ты тогда... А зачем? Я тебя прекрасно понимаю. Ты такая несчастная была. Я рядом ходила счастливая, влюбленная. Да я зла на тебя вообще не держу. Да и вообще все это в прошлом. Сейчас вон надо жить. Настоящим и будущим. Спасибо. Ну, давай. Привет. Привет.